coming home, the great big fight is over. Единица, двойка, тройка, проверка связи. Всем привет, надеюсь, меня хорошо слышно. Всем добро пожаловать на турнир для новичков, посвящение выигрытой номер 2. Приятненько, так? Привет, Дизлятор. Всем привет, Speediest Wagon. Привет, отлично. Скоро будем начинать, я пока... Запущу игру, пускай заставочка играет. Я пока объясню быстренько правила для тех, кто не знает, что такое турнир по швейцарскому формату. Швейцарский формат, казалось бы, такое какое-то страшное, может, и название, но на самом деле все просто. У нас будет 7 раундов, в каждом из раундов у каждого игрока будет соперник. И все, что нужно сделать, просто... как можно больше людей победить за эти 7 раундов. Вот и все. В каждом раунде мы выбираем двух игроков, которые будут на стриме играть. Остальные будут отыгрывать свои матчи вне стрима. И, собственно, так мы проведем эти 7 раундов. Так, давайте посмотрим на таблицу, сколько у нас... Сейчас я обновлю страничку. 14 человек. Еще сейчас есть время зарегистрироваться. Так, 14 человек. Мятный Менталити, Виндер, Лосолка, Дизолятор, Дангаши, Коинитер, Сильнофен, Ялакор, Арсений Фамильяров, Джекет Олд, Виктор Кузнец, Сосок 115, Верджил Пауэр 228 и Стрейт Аббот. Формат, да, FT3, это до 3 побед. Тот, кто первые 3 победы возьмет, тот и молодец, тот и выиграл в раунде. Так, я смотрю, 3 человека не прошли чекин, не отметились на challenge.com. Так, это Виктор Кузнец, Сосок 115, Virtual Power 228. Я не знаю, кто это такие в Дискорде. Такие никнеймы тоже не найти. Если кто-нибудь их знает, хпните. У них еще минута осталась. После этого мы закрываем чек-ин и все, и начинаем. Так здорово, что новые люди приходят. В прошлый раз у нас сколько, по-моему, человек 16 записалось. Сегодня тоже полно людей. Это радует. Да, да. На стандартные турниры бы столько записывались. Ну, ничего страшного. Ну что, я нигде не вижу, что кто-то что-то писал в Дискорде. Этих людей не видно. Так что я сейчас обновлю таблицу. Да, да, по-прежнему их нет. Ну, что поделать. 11 из 14 человек зачекинились. Так что раз, два, три. Запускаем. Сейчас прогрузится сайт. И мы начнем. Так. Все, 11 человек в турнире. Мы начали, собственно, уже турнир. Итак, первый раунд. К
каждый раз, когда будет новый раунд, мы будем об этом оповещать на стриме и в Дискорде. И если какие нас слушают, прошу следить за этим, так как мы будем выбирать пару на стрим. Вот. Будет мясо, да. Да. До полноценных турниров добираться легко. Просто записываешься и готово. Не так важно, там, хорошо играешь, плохо, главное — участие. Итак, первый раунд пары. Это Мятный против Coin Eater, Риндер против Сирнофан, Лосолка против Елокор, Дизелятор против Арсения Фамильярова, Дангаши против Джекет Олд. И один человек без пары, так как нечетное количество у нас, этому человеку автоматическая победа присуждается. Давайте посмотрим на стриме Лосолку и Елокор. Елокор знакомый никнейм. Не помню, парень-девушка ли, но в Твиттере я арты точно видел. Вот, кому интересно, можете погуглить никнейм. Итак, я сейчас поднимаю лобби. И приглашаю людей. Так, Лосолка, Елокор на стриме. Вот. Для тех, кто не знает, лобби в Skullgirls вы можете создать и нажать Ctrl-C, то есть копировать, и у вас в буфер обмена вставится ссылка. И вы эту ссылку можете потом спокойно отправить, собственно, в Discord. Очень удобный функционал. Мне в какой-то момент, возможно, придется отойти, так как там дочка сидит, надо ее, наверное, будет отвезти либо к бабушке, либо к супруге. Он пока сидит там, кушает. Так, Лосолка на месте. Ждем второго игрока. Да, для тех, кто не знает, Discord недавно функционал сломался, то есть он ссылки Steam почему-то перестал распознавать, так сказать. Он их не делает кликабельными. Чтобы перейти по ссылке в лобби, надо просто-напросто ее скопировать в браузер и нажать Enter, и все. У нас также есть бот Терри Богард, который эти ссылки автоматически преобразует в ссылку. То есть вот вставили ссылку, и сразу же он напишет, чье это лобби, и будет снизу ссылка, на которую можно, собственно, кликать. Все, остальные могут играть. Если со звуком, так сказать, проблемы, то есть где-то слишком громкая игра, либо мой голос, либо музыка, то вы скажете. Плохо, неплохо. Ай-яй-яй. Лосолка прям агрессивен. Наказать. Снимает голову. Окей, будет тяжело, наверное, без головы. Главное, чтобы голова не под удар не попалась. Вот оно. Давай, атакуй. Так. Интересно, что голова не задела. Кок остался. А где блок? Где блок? Нельзя вам блокировать. Телепорт!
просто задоджила атаку от Биг Бенда. Здорово, здорово. О, нет. О, нет. Машем кнопки. Надо как-то атаковать. У Ласовки преимущество, так как он играет на соло-персонажа. Соло-персонажи, ну, Skullgirls такая система, что чем меньше персонажей в команде, тем они сильнее бьют и больше у них здоровья, грубо говоря. Ну, этот матч уже закончился. Казалось бы, соло-персонаж тогда нечестно. Нет, в Skullgirls очень хаотичный геймплей, и трио или дуо позволяет восстанавливать здоровье, использовать специальные атаки, так называемые DHC, где один супер можно отменять в другой. Я думаю, это еще увидим. Даже новички это используют. Ну, вообще, новичкам проще, конечно, играть на соло, наверное. Брать одного персонажа, понять, как он работает, что он вообще из себя представляет, и затем в команду добирать других. Но не бойтесь, на самом деле, с самого начала играть за команду. Просто знайте, что у вас, так сказать, должен быть один основной персонаж, а вот второго персонажа считайте его за, ну, как за дополнительную атаку и как за дополнительный хелсбар. Все остальное придет со временем. Наказывай. Да, вот этот кулак у Биг Бенда, он, если его заблокировать, его очень легко наказать. Ну и вообще, если вы хотите что-то наказать, используйте легкие кнопки. То есть это вот Light Punch, Light Kick. Они, как правило, самые быстрые. И в Skullgirls такая система называется в разных играх по-разному. В Guilty Gear это гатлинги, в играх от Capcom или от... ну да, от Capcom, как Darkstalkers, это Magic Series. Легкие кнопки можно отменять в средние, а средние в тяжелые, как бы без какого-то особого тайминга. То есть вы просто нажимаете, грубо говоря, 1, 2, 3, и у вас подряд 3 атаки идут. Поэтому если вы хотите что-то наказать или какие-то простые комбо сделать, вот ваша опция. Биг Бенд, конечно, персонаж, который очень много урона наносит, независимо от того, новичок или не новичок. Такой персонаж, он от рандомных ударов гигантский урон наносит. И для новичков это, наверное, такой в чем-то оптимальный вариант, если вы хотите выиграть. С другой стороны, Биг Бенд, мне кажется, может нехорошим привычкам научить. То есть использовать все его приемы, они, по сути, небезопасны. Если вы играете против опытного игрока, он вас будет очень больно наказывать. И в какой-то момент вам все-таки придется отучаться. Неплохо. Бьет голову. Не блокирует. Если хотите побеждать Бигмена на таких начальных уровнях, то просто блокируйте. Вот сейчас вот он чаржит свой кулак, значит, пришло время блокировать. Если вы его заблокируете, отрекаверится вовремя, он не сможет. Да. То есть наказать получится, скорее всего, без проблем. Вот так его головой. Давай, Yellowcore. Еще шанс есть. Вот
Прям почти. У, комбо и с ресетом еще. Класс, класс. Это прием небезопасен в блок. Не забываем про, про метр. У, мальном. Супер приемы, это важная штука. Опять, опять. Шанс есть, Но, увы, увы. Голосовка побеждает. 3-0. Так, я выставил результат. Так, судя по всему, там два человека в лобби не зашли. Давайте их на стрим. Сейчас я... Один зашел. Рин. Это Риндер. Ага. А сырно у нас Бака. Не может немножко разобраться. Где... Где лобби находится. Ну что, все, готовы? Можно начинать. Надеюсь, что все остальные отыгрывают свои матчи. Но пока вроде еще больше никто не отыграл. Против Энни? Прикольно. Вау-вау. Хороший ассист у Рина. О, прям хорошо-хорошо комбо, мне нравится. Еще на полный экран откинул, чтобы дальше звонить ассистам. Свои фаерболы тоже выкидывать. Ну, у Сырна есть, конечно, преимущество. Урона больше наносит, получает меньше урона. Хорош, хорош. О-оу, двух сразу. Почему не продолжил? А такой, такой. Давай, давай, Сырна. Так, оверхед, не заблокируй. Есть шансы, надо
посмелее быть. Кроссандер, найс, найс, найс. Ой, чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Да, 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 да. Давай, сырно, ты можешь. Ох, сейчас зазонят, ох, сейчас зазонят. Почему ты назад отходишь? Вперед иди, вперед иди, вперед иди. Давай, 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 давай. Вот, вот. Пресси, пресси. Нет, не отступай, не отступай. Это же зонер. Нельзя отступать против зонера. Тебя лучами этими забросают, засветят. Давай, сырно. Зачем ты отходишь? Вперед, 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 вперед. Давай, 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 давай. О-о, бегас, бегас. Похрабрее надо быть. Ну, Рин молодец. Видно, что комбо учил, что-то умеет, ассист есть, вообще супер. Сына не хватает храбрости. То, что комбо очень куцая, как бы ерунда. Заиграет за соло, как бы дамаг все выровняет. Нормально, сойдет. Но надо быть похрабрее. Так, какие-то проблемы с кнопками, судя по всему, у сына. Странно, конечно, что из лобби не вышел, но ладно. Проверять кнопки перед игрой — это важная штука. На всех турнирах баттон-чек, так сказать, проводят. Так, так. Почти ресет получился. О, о, о. Вот, сына молодец. Вот. Может, может. Лаунчер делает, это хорошо. Так, месть. Выход на ресет? Нет. Да, тут нет неуязвимости у этого супера. Так. Ну, здоровья и там еще много. Но если сырно будет отступать, мне кажется, ничего не получится. Его зазонит. Ну, здорово, что пытается в воздухе тоже лучи пускать. Мне нравится, мне нравится. Он может добить. Ай-яй. Будет супер. Да, да. Там тоже неуязвимости нету. Ай-яй-яй, попытался. Есть шанс, есть шанс. Блокирую, это Дагана Хазума. Так, 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 держать, так, держать. Пиксель остался. Две победы. Или один на один без ассистов. Ладно, ладно. Пусть это и не совсем по правилам, но и учитывая, что у нас турнир для новичков, мне кажется, ничего страшного.
Собственно, есть правило, оно прописано, что если вы побеждаете, вы команду не можете менять. То есть Рин должен был играть дальше на Энни и Фортуне. Но, опять же, турнир для новичков не так страшно. Так, давай, сырно. Это панишится, да. А, можно было дальше комбо продолжить. Паниш? Нет, паниш. Я понимаю, что знать, когда и что можно наказать или нельзя наказать, не узнаешь просто так. Но такой общий совет: если увидите, что какая-то атака попала по вам в блок, нажимайте какую-нибудь легкую атаку. И, собственно, если увидите красную вспышку и красное сердечко над персонажем, то, о, здорово, вы молодцы, вы наказали. Норт наку. Так. Хорошо. Не хватило стартапа, чтобы перебить. Ну. У сырна 5 метра. Вот я только хотел сказать, да, что у Энни есть супер режим. Но им надо пользоваться. Он заканчивается, да. Ай-яй-яй, вот просто так 5 метров никуда. Ай-яй-яй. Нет, сырно. Минус сырно. 3-0. Right. 3-0. Ну что, первый раунд закончился. Переходим ко второму. Дезолятор против Straight-Up Bot'а, Лассолка против Jacket Old, Риндер против Coin Eater'а, Сернофан против Мятны и Yellowcore против Дангаши. Давайте Дезолятора и Straight-Up Bot'а пригласим. Я лобби пересоздам. Уже все здесь, здорово. Изолятор с Робо Фортуной и Биг Бендом. Стрейт-Аббот не полный новичок, он играть умеет. Комбо у него есть. У него не стоит сбрасывать со щитов. Ну, Дезолятор не сдается. Молодец. Оп, попался в ловушку. Прям комбо, ай-яй-яй. Блокирует. О, Биг Бен попался. О, господи, ассист. Двоих.
Офигеть, убьет. Ну, Big Bang. No fucking way. Стоит обот, знает, что делает. Офигеть, Гёрстбейт, это очень интересно. О, получил. Дропнул комбо и получил. О, Big Band против Big Band. Сейчас стоит обот, да, я так и знал, что это случится. Унга-бунга. Ничего себе, интересно, как с двух сторон бьет. Будет Гёрстбейт делать? Нет, что-то пошло не так. Так, нокдаун. А, бедный дезолятор. А, попался. Ой, какие-то фризы. Возможно, что-то с соединением. Давай. Интернет, работай. Давай, Дизоль. Да ладно. У кого там из них Wi-Fi? Wi-Fi это не очень хорошо. Так, Дизоль без Wi-Fi. Пинг скачет. Ага, вот у нас виновник торжества. Straight Up Bot. На Wi-Fi с каким-то диким пингом, джиттером. Не знаю, что произошло. По-моему, у них обоих матч отвалился. Скелетон, привет. Что такое скелет? Wi-Fi геймеры. А что, вообще не играбельно у вас? Первый матч вроде еще более-менее был, нет? Очень сильные фризы, дезолятор. Прям чувствуется соединение, да? Wi-Fi. А, если так, то как бы извините, но победа тогда, если прям настолько некомфортно играть, ну, учитывая, что и лобби просто отвалилось, не лобби, точнее, а игра, мы просто присудим победу дезолятору. Сайтобот один раунд выиграл, пускай, но, увы, у нас в правилах написано, что желательно использовать Wi-Fi, и в случае проблем с соединением, преимущество, собственно, в решении итогов матча будет у тех, кто играет на проводном соединении. Вообще, что случилось? У меня что-то... Ага, у меня игра упала, класс. Могли бы вместо цензуры лобби заняться, которые, блин, уже 10 лет черт знает как работают. Эх.
Ну, бывает. Бывает. Что поделать. Так, остальные еще играют. Результатов я не вижу, что кто-то еще выставлял. Жаль, конечно, что такие проблемы с соединением. Ну, Wi-Fi — это русская рулетка. Как повезет. Кого-то нормально играется. Вот, у кого-то скачет соединение так, что невозможно. Так, Ялакор и Дангаши отыграли 3-0 в пользу Дангаши. Остальных ждем. Так, смотрю, Рин еще выиграл, судя по всему, у Коинитера. Если будет возможность у меня, я, скорее всего, на этих выходных, скорее всего, в воскресенье, проведу швейцарский турнир для всех, не только для новичков. И когда это у нас? 8 октября, это уже прям через неделю, у нас будет завершающий турнир JKL тура, где 8 игроков будут сражаться за 10 тысяч рублей. Осталась всего неделя на тренировке. Мне тоже надо тренироваться потихонечку. Так, Лосолка и Джеки Толд, кстати, отыграли 3-1 в пользу Лосолки. Сырно и мятный остались. Для тех, кто у нас недавно на сервере, у нас есть, недавно вот такой эксперимент устроили, система Elo, то есть это рейтинговая система, где вы просто прописываете команду в консоли и вас помещают как в такую очередь. Если еще кто-то в это время в очереди находится, вас друг с другом мэтчит, там автоматически создается для вас отдельный канал, вы играете между собой и потом фиксируете результаты. Это все там бот делает. Там, кнопочку просто надо прожать, выиграли вы или проиграли. И можно посмотреть в итоге ваше место в позиции этого рейтинга. Так что, если вы хотите такой этот рейтинговый матчмейкинг, то вот у нас есть такая система. Призовой пул? Вот, честно, хороший вопрос, потому что я на самом деле не помню, как мы его распределяем. Где-то у меня это было записано, когда я делал документ со всеми правилами. Так, финальный турнир 8 игроков. Ту-ту-ту-ту. Выплата наград. Ту-ту-ту-ту. Вообще, неужели я даже не расписал, сколько кому будет? Да, да. Мой косяк. Я думаю, мы решим, чтобы никто не остался в обиде. Нет, не все первому месту. Топ-3 выплаты будут. Так.
Так, у нас раунд 3 начался. Так, Мятный против Дангаши, Джекет Олд против Осения Фамильярова, Цирна против Стрейта Бота, Дизолятор против Коэнитера, Риндер против Посолки. Ну вот Мятного и Дангаши мы еще не смотрели, поэтому приглашаем. И Дангаши. Все, оповестил. Все на месте? Все на месте. Блин, опять Wi-Fi гейминг. Ну, смотрите, смотрите сами. Файтинги на Wi-Fi — это несколько гиблая затея играть. Если, скажем так, в всяких там шутерах, гонках, стратегиях, то, что вы на Wi-Fi, это тоже не очень хорошо, но нормально, нормально. Суть в том, что Wi-Fi это само по себе такое нестабильное соединение, которого из-за того, что оно, грубо говоря, по воздуху передается, неважно у вас там в 10 сантиметрах, в 10 метрах модем стоит, у вас всегда будут теряться пакеты с информацией. И, ну, вы представляете, в файтингах вот у вас каждую там долю секунды вот передаются ваши инпуты. Если внезапно эти пакеты теряются, надо их отправлять заново. А вдруг их они снова потерялись, и снова потерялись. И в итоге ваши инпуты там ходят с задержкой. Либо как-то поздновато там регистрируются, либо вообще не регистрируются. Поэтому, если есть возможность, лучше играть на кадре. Там пакеты не теряются, либо их потеря, ну, прям минимально. Другая еще вещь при Wi-Fi — это то, что пакеты передаются, так сказать, ну вот, нестабильно. То есть какой-то пакет мог потеряться, и там, говоря, там 100 миллисекунд расстояние пересылки двух пакетов, в то время как при нормальном соединении там 17 миллисекунд. И это причем там неважно какой пинг при этом. То есть у вас пинг может быть показывать там, например, с колдов там 50, например, всегда. А на самом деле у вас в какие-то доли секунды 50, там другие у вас 150, 250. И вы это отследить не всегда сможете. И еще такая фишка у Wi-Fi это... Так, вспомни сейчас, как это правильно назвать. Дуплекс и симплекс. Айтишники, напомните. Дуплекс — это когда позволяет два сигнала одновременно получать и передавать, правильно? А симплекс — это когда либо передача происходит, либо прием. И вот Wi-Fi — это либо передача, либо прием сигнала. То есть он не может, так сказать, в две стороны одновременно работать Wi-Fi. У вас модем, когда развивает Wi-Fi, он, ему приходится, так сказать, чередовать прием и передачу. Он делает очень-очень быстро, конечно, то есть вы можете даже об этом не знать. Но вот так оно происходит. И это все равно задержка. Опять же, это пакет, потеря пакетов. То есть там в одну сторону пакет потерялся, надо его наверстывать, заново отправлять в другую. Это большая проблема. Когда вы на проводе, у вас одновременно происходит и передача, и прием. Таких проблем не будет. Вот. Если кому интересно, я могу после стрима отправить в какой-нибудь канал, ну, в Дискорде видео, например, на английском, то, как работает Wi-Fi в, ну, в отношении файтинга, в частности.
Блин, пока я тут про Wi-Fi разговариваю, Дангаши там Фили прям разносит. Ой, это наказывается. Да ладно! Господи, этот гремлин, вы это видели? Просто Филя ногой махнула, и потому что вставала Амбрелла, нога поверх головы прошла. What the fuck? Господи, у Амбреллы вообще ужасные коробки. По ней фиг попадешь. И комбо, которые на протяжении там, 10 лет игры были универсальные, они вот именно по ней не проходят. Даже Сквигли, которая, опять же, там, с какого, с 14 года была персонажем, на который все жаловались, что она худенькая, по ней, там, для нее нужны специальные комбо, по ней там некоторые вещи промахиваются. Даже с ней нет таких проблем, как с Амбреллой. Я не знаю, как бы будут они это фиксить или нет. Ну, посмотрим. Скорее всего, так и оставят. Амбрелла, она такой гремлин, ее все так любя, может быть, и не особо любя, зависит от человека, называют. И вот ее хитбокс и хёртбокс, как бы это название оправдывают. Да, да. Это точно. Особенно мне сразу вспоминается этот Джоджо Heritage for the Future, где можно играть за Игги, за маленькую собачку. Это кто он там? Мопс? Не помню, какая порода. Мопс какой-то. И он очень маленький. И у большинства каст, ну, даже у всех, по нему, ну, просто самые обычные комбо, которые есть в игре, они не работают, потому что он прям маленький. Он там треть, четверть размера от персонажа. Там это, конечно, нивелируется тем, что в Джоджо у некоторых персонажей у них есть обычная форма, есть форма со стендом. И вот у Игги форма со стендом, она вот большая. То есть по нему нормально можно хендить. А вот без стенда это просто маленькая собачка, которая там бегает туда-сюда, гавкает, пукает, писает. Как-то так. Хотя нет, вру, не писает, но пукает. Много пукает. Читинг чайлд. Это да. Вот это вот наказывается. Хорош, хорош. Хоть 3 метра, но нормально, нормально. Он того стоил. Ой-ой, наказывается. Нет, пушблок, пушблок. Мне нравится, что ментальцы пытаются через дэши подходить к врагу. Честная комбо. Бум. Бабл. Наказывай, наказывай, давай, 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 давай. Да, вот так, хотя бы так. Господи. Да, это все надо наказывать. Ай-яй-яй-яй. Это да, это да. Последний шанс. Давай, менталити. Нет, не зачипает. Три ноль. Самое главное это учиться блокировать подобные вещи. Все то, что здесь было у Амбреллы, это просто ставится блок, такая, ха, ты там Jumping Heavy Punch, вот эту вот свою вертушку делаешь, но я ее заблокирую и дам тебе по лицу. Детей, конечно, не надо бить по лицу. Вообще детей не надо бить. Но это... Здесь можно сделать исключение. Так, ну что у нас? Ты. Так, мятные от Гаши отыграли. Риндер Лосолка 3-0. Так, остался Джекет Олд и Арсений Фамильяров. Это Farlight Player говорит. Что ты имеешь в виду?
то, что я там этих детей на мобильных телефонах расстрелю. Да не знаю, нифига. Мои дни, когда я там в шутеры играл, уже давным-давно прошли. Так что у меня там всякие тоже это приходят и за километр со снайперки расстреливают, пока я пытаюсь их там выцепить. Все не так просто. Это вы там с рейнджером и с Хэнсом, мастера апексов всякие. Кто там еще с вами? Меф тоже говорила, что какой-то там ранг набрал. Я еще не знаю, какой у вас ранг. Когда в Farlight пойдем, а? Когда будем досматривать Abyss второй сезон? Рейнджер там в чате. Рейнджер уже ушел. На выходных, ну, можно попробовать, да. Анимешки посмотреть. Кстати, этот Bongo Cat у меня. О, да, он работает. Хорошо. У меня вебка включена. Он вроде... Он должен, по-моему, как-то на мою голову еще реагировать. Я не смотрел. Настройки. Relative Mouse. Умет. Keyboard Standard. Random Motion. А он за мышкой следит. Но не за вебкой. Странно. Нет, он за вебкой следит. Вот я моргаю, и он моргает. Но он и рандомно еще моргает. Так, раунд 4. Лосолки Донгаши, Коин Итер Арсений Фамильяров, Мятный Стрейтаббот, Йеллокор Джекет Олд, Дизолятор и Риндер. Ну что, дальше у нас пойдут повторения тех, кто играли. Давайте... Давайте. Йеллокор и Джекет Олд. Так, лобби есть. Сейчас я напишу. Раунд 4. Сейчас проверим. Так. Кор и джекет. Все, заходите. Давайте сейчас посмотрим. Все, закрыл глаза. Не знаю, что там происходит. Нет, судя по всему, нет. Это я прям буквально за 5 минут до стрима скачал этот плагин. У меня раньше был Bongo Cat, который с файтстиком. Но я не помню, у меня сейчас работает, не работает. Я решил этот поставить. Вот он работает. Коннекикен и Йеллокор. Йеллокор мы видели. Фортунка. О, пошло комбо. Давайте, захват. В угол. Нет, не отпускай из угла. Оверхед. Так. Не вовремя голову повезло. Пока аниме девочка побеждает. Не хватает немножко комбо, но ничего страшного, мне кажется. Надо поагрессивнее быть. Вот. Вперед. Thank you.
Так, ну. Эни больно бьет, у нее единичные удары, они довольно-таки сильные. У кошки не настолько, что вот за кошку надо комбить, так сказать, для урона. Okay, nothing left to see here. Let's see if you're up to scratch. Everybody, mind your marks! Bye! Ну, корпус меня расцветку. Блок, так. Давай. Очень много ДП. Мне кажется, что Велокорп прям много-много жмет. Не знаю, на чем она играет. На клавиатуре, на паде. Ну, учитывая, сколько было ДП и в прошлый раз против Бенда, и сейчас... Вот сейчас можно сказать... Найдите легкую кнопку Light Punch. Вот эту вот, да. И наказывайте, когда в блок что-то вам попадает. Во, отлично. Вот. В углу с головой это вообще... Это такой максимальный прессинг. Ничего. Давай, ну хотя бы одну шкалу добей. Ай-яй-яй-яй-яй. What the fuck, как ты закрасапила? А, это можно было заблокировать ведь после вспышки. Ну ладно, ладно. Чего страшного? Все с чего-то начинали, все когда-то отгребали. Поверьте, даже там всякие... Такида, Дайгоу, Михара, Панк. Все когда-то отгребали в файтингах. Чем больше будете отгребать, тем больше будете получать опыта и становиться лучше. Ху, ага. Интересно, кто сейчас котируется у молодежи файтеровской? Какой-нибудь там... Биг Бёрд. Я даже не знаю. Если раньше там Лоу, Дайго, Михара, там Такида, Инфильтрейшн, кто еще? Мамочи. А сейчас кто самые большие имена? Все те же, наверное, люди. Ну, Сони Фокс, само собой. Но... Ну, Sony Fox это как-то своя такая стезя. Это игры этот, Mortal Kombat, WWFZ, вот Skullgirls. Вот Street Fighter он нет, не очень любит. Snake Eyes, да, Snake Eyes просто офигенный. Сникайз просто любовь с первого взгляда еще с времен четвертого Street Fighter. Я раньше хоть и в четвертый Street Fighter не играл, но я прям религиозно смотрел всякие эти матчи с Ива. Как называется это? Excellent Adventures of Gutex and Microsoft. Просто, блин. Эх, были времена. Куда летит время? Три ноль. Мне кажется, вот у Мимзуки была... Так... 3-0. Сейчас я выставлю счет. У Мимзуки была идея в Skullgirls проходить тренировку
и объясняет все, потому что у людей, ну, так сказать, не у всех есть знание английского языка, не все могут понять, что вообще от них требуется, как правильно все выполнять. И вот я не помню, она говорила, что это либо на стриме делать, либо, ну, видео прям отдельное смонтировать. Жаль, что у Мимзуки сейчас там проблемы с компьютером. Но мне кажется, что новичкам это пригодилось бы. Ну и вообще, наверное, стоит как-нибудь серию видео записать по тому, как играть, грубо говоря, не просто нажимая на кнопочки рандомно, а немножко более осмысленно. Ну, такие видео мы уже давно, на самом деле, планируем. Но ВОЗ и ныне там, увы. У Рейнджера было куча видосов, но у Рейнджера же, насколько я знаю, просто там либо комбо, либо какие-то проклятые вещи, так сказать, на канале. Разве нет? Рейнджер же обучалки, по-моему, не пилит. Нам бы видеоредактора, у которого есть желание и свободное время. Ну, я не помню, что у Рейнджера были туториалы. Так, там еще отыгрывают. Пока ждем. Пока болтаем. Надо Get Good тоже проводить. Что я чувствую, что у людей накопились, так сказать, вопросы. Стоит попробовать сделать и новичковые турниры, и Get Good регулярными, но я не знаю, опять же, как это получится. Поживем, увидим. Но давайте на следующей неделе попробуем провести Get Good. Я подумаю, как это лучше сделать. Скорее всего, соберем вопросы от людей, вот опять же, возможно, от новичков, сделаем прицельный Get Good на новичков, то есть, если есть какие-то конкретные вопросы, там, как атаковать, как защищаться, можем попробовать это разобрать, посмотрим. Пока загадывать, конечно, не могу, потому что планировать можно многое, а как там на самом деле будет, я не знаю. Надо будет не забыть. О, не забыть. Точно, сегодня пятница. Завтра этот японский челлендж. По-моему, он в 17:00 по нашему времени. Скелетон, если ты еще в чате, ты наверняка знаешь, помнишь. Надо будет не забыть отмашку дать. Посмотреть, какая там тема. В Твиттере у японцев, у них каждую неделю челлендж идет. Они выбирают тему заранее. Вот, по-моему, в 5 или в 6 по Москве днем дается час на то, чтобы вот отрисовать арт по теме.
И потом эти арты выкладывают в Твиттер с определенным хэштегом. Так, one hour. Блин, почему у меня он не показывает? Я не помню, как этот хэштег. Ага, вот нашел. Schoolgirls One Hour Drawing. Так, почему мне старые какие-то посты выдает? Тема выпуск Мари. С 16. Ага, окей. С 16 по Москве получается, правильно? Почему не могу именно этот аккаунт найти? Повсюду арты скелета в Твиттере. Блин, а вот сам аккаунт я почему-то не вижу. Хотя они ж вроде репостят все, все это делают. Люди, давайте люди введем. Ладно, надо будет поискать потом. Ну что у нас? Раунд пятый. Нангаши Арсений Мильяров, Джекет Олл против Куанитера, Элокор против Сыбна Фэн, Дизелятор против Лосолки и Риндер или Райндер против Стрейта Бота. Так, ну что, смотрим Дангаши и Арсения Фамильярова. Сейчас я их приглашу. Так, Дангаши уже здесь. Ждем Арсения. Куанитер, да и до тебя очередь дойдет. Мы тебя аж не смотрели еще, да? Так, так. Так, ну что? О, щит Биг Бенд и Беовульф. Старая европейская мета. Ну-ка. Паниш, где паниш? Давай, 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 давай. Вот так, вот так. Не позволяй Амбрелле вот эту атаку делать. Ее надо блокировать стоя, не приседать. Вот это паниш. О, 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 пошел, пошел, пошел. Паниш не в ту сторону. Бывает. Со всеми бывает. Куанитер, главное, чтобы тебе этот, как он называется... Бай не дали, то есть победу, потому что нечетное количество. Ну что, у нас 7 раундов. Даже если будет бай в следующем, все равно еще один раунд останется. Беовульф, давай, давай, Беовульф. Shadow Government. Интересный ник. Так, так, о, нашел кнопку, правильно, правильно. У нее Jumping Heavy Punch, у Беовульфа Jumping Heavy Punch. Давайте, кто сильнее? Наказывай, наказывай, наказывай. Не позволяй это делать. Тут с этим пузырьком аккуратнее. Ай-яй-яй. Блокируем, блокируем. Давай, давай, давай. Во! В угол ее, так. Fly. Это не убьет, конечно, но будет больно.
Главное добить. Давай. Umbrella очень небезопасно играет на самом деле. Но, как бы... Это... Пока это работает, оно работает. Выбросил. Вспомнил про захват, да. Да. Я вспомнил про посечку. Ай-яй-яй, это может быть смерть. Защипает? Ай-яй-яй. Бедный Беовульф. Ну, почти. Опять спин. Вот так. Наказываю. Прыгаем. О, мне уже нравится. Все, punish the child. Пушблок. Я попался на оверхед. Если на вас прыгают, блокируйте стоя. Все будет хорошо. По крайней мере, на первых порах. Так. Паниш. Лайт. Где твой лайт? Это не лайт, это медиум. О, ноу. Вот так. Биг Бэнд хорошо сказал. Ну что, у Дунгаш уже минус половина здоровья. Мне кажется, сейчас будет Shadow Government мстить за все. О, да. Да ладно, еще затаунтил. Ага, тебе только надо еще выжить, чтобы этот таунт использовать. Чуть-чуть не достал. Хорош. Настоящий Big Bad. Так играют и это, игроки высокого уровня. Просто SSJ. И все. Если ты не блокировал, то все, good games. Вот это, кстати, панишится, причем на 100%. Даже на таком расстоянии. Но Дангаш об этом не знает, возможно. Umbrella, это же medium punch может поражать спокойно. Либо захват. Ой, Дангаш почти умер. Umbrella, кстати, может восстановить большую часть красного здоровья, если использует снэпбэк или ауттейк, так называемый. Вниз, вперед, плюс панчики одновременно. Зачипает. 1-1. Хорошо. Прям адаптировался. Shadow Government. Начал от защиты играть и с расстояния давать тычки, пытаться наказывать все то, что делает Umbrella. Так что респект. Зонинг. Чуть-чуть не попал. Можно было наказать. Ладно. Не хватило расстояния, чтобы комбо сделать. Набрала, наказала. Вот слепот слайд. Это очень противный прием. Он плюсовой. Его наказать
Просто так нельзя. Бёрстбейт. Так, аккуратненько. Выкидывает стул. Брал наверняка будет захват пытаться сделать, да? Да. В красном режиме он брал на весь экран. Неплохо, хороший трейд. Хорошо. Так часто, конечно, придется делать. Боятся друг друга. Стул, может быть, и зря сдал, но зато вот подсечки на весь экран есть. А Shadow Government не хочет подходить к Лангаш. Я могу его понять. Umbrella — это та еще унга-бунга. Не вовремя подсечку сделал. Бёрстбейт? Нет, немножко не успел. Опять оверхеды, это все оверхеды, блокируете стоя. Паниш! Глоб. Хорошо. Только надо Беовульфа бы убрать, а то он сейчас умрет. Да. Куча красного здоровья, можно было его остановить, если бы сменился. Но теперь все за Биг Бендом. Биг Бенд может, конечно, победить. Бёрстбейт? Нет. Хорош. Правильно. А там не было метра на DHC. Так-то да, но Биг Бенда еще нет, он безопасный DHC, в него просто так не сменишься. Нет, надо вот этот захват использовать. 16 секунд. Красный режим, да. В красном режиме на весь экран едет. Увы, я. 2-1. Ну чё, отыграться еще. Все впереди. В углу это не работает. Хорош. О, да. Забрал стул. Хорошо. Есть паниш. Неплохо. Вот так, да. Вот эта атака у Беовульфа, она очень хорошая. Да, надо привыкать. Опять оверхед. Забулили в углу. Надо Биг Бенда призывать. Схватили все-таки. Паниш. Ну, хотя бы так. Да, ротек хорош. Они еще и бронированные у Биг Бенда. Конечно, его если заблокировать, то Биг Бенда будет больно. Так, есть. Потихоньку. Это очень больно. Знает, ничего себе. Офигеть. Знает, что после левела 3 можно еще кулаком дополнительно ударить. Если есть ОТГ. Это хорошо. А даже если не знает, то теперь знает. 2-2. Ну что, чао, унга-бунга. Сильнее будет. Who are you? Are you supposed to be somebody famous? Gentlemen and ladies,
не самый лучший раунд-старт, мне кажется. Ой, выкинул слух. Паниш. Будет больно. Бусер будет больно. Бум-бум. О, ну вовремя, вовремя сменил. Что пытается сделать с этим хэви панчем? Лак чаржит. О, далековато, далековато. О, хорош. Надо Амбрелле что-то новое придумывать. Либо наоборот играть от защиты. Точно так же Shadow Government. Вот, вот, хорошо, хорошо. Баблин, баблин. Так, и потом хэви еще можно дать. О, красное здоровье. Давай, Shadow Government. Амбрелла уже минус половина здоровья. Надо Амбрелле что-то делать. Надо снэпать в Биг Бенд и восстанавливать все здоровье. О, вот, вот шанс был. Вот шанс, вот шанс. Вот шанс. Я буду сзади. Надо полагаться на что-то новое, мне кажется, кроме Heavy Punch в воздухе. Ой, хорош, как вовремя дал. Я не знаю, что это было. Реакция или шестое чувство, но это было красиво. Прям хороший матч, хороший. 3-2. Так, сейчас прогружается челлендж. Так, ну что? Раунд 6. Ласолка против Стрейта Бота, Риндер против Арсения Фамильярова, Дизлятор против Джека Толда, Сирна против Коин Итера, Мятный против Ялакор. И мы приглашаем Сирна Фэн и Коин Итер. Коин Итер — это как Соул Итер, только Коин Итер. Так, я лови пересоздам. Так, шестой раунд. По идее, предпоследний. Так, Коин Итер и кто у нас? Сырна. А у Сырна Панк никнейм. Да. Все, ждем. Хороший пинг у Коин Итера. У Сырна чуть похуже. Подальше живет. Хотя у ними между. У них между собой должен быть нормальный. Ну, в принципе, это нормальный. Пинг 100 это вообще еще хорошо. Пасинг. Особенно если, как в Skullgirls, роллбэк хороший. Зрителя долго загружается. Обычно такое происходит, когда коннект плохой. Но фиг знает. Ну, сейчас, если загрузится и здоровье будет желтым у противников, то это значит, что все дропнулось. Да, все дропнулось. Нехорошо. Интересно, у игроков тоже все дропнулось или они играют? И это проблема с лобби, с коннектом, не знаю с чем. Да, они играют между собой. Нехорошо, нехорошо. Ну, что поделать. Такое бывает в Skullgirls. К сожалению, система лобби здесь очень нестабильная.
Раньше было еще хуже. Движок у игры, конечно, не то чтобы он старый, он своеобразный. И, ну, здесь дело не в движке. Для интерфейса здесь используется своя, так сказать, я не знаю, как это назвать. Опять же, айтишники, вы мне лучше меня знаете, как настройка, отдельная программа, Otter UI, интерфейс от выдры. И разработчики, вот в частности Майк Зи, собственно, главный программист и человек, который написал движок, он очень сильно ругался на этот Otter UI. Они его использовали, потому что он был, ну, дешевый и вроде казался в свое время хорошим инструментом, но впоследствии выяснилось, что он очень негибкий и хреновый, и кастомизировать его, расширять, так сказать, не получится нормально. Стрим упал? Нет, надеюсь, что не упал. Стрим на месте. Стрим не упал. Но вот коннект с ними почему-то разорвался. Сейчас посмотрим, будет. Во, во, так бы сразу. Соло против соло. О, я уже вижу бэкдэш, дэш вперед. Вот, вот. От клавиатуры видно, что вроде бы что-то знает. Рискованно, конечно, но ничего, ничего. Вот. Подсилочка была, тоже здорово. Ну, сына тоже, насколько я знаю, не лукершит. Мы уже видели, как играет сегодня. Оп. Почти комбо, почти комбо. Это больно. Подсечка есть. Пум-пум. И дальше комбо продолжить можем, да? Да, да. Почему бы нет? Почему бы нет? Не совсем знает, как продолжать комбо какой-нибудь. Ну ничего, ничего. Далеко-далеко был для паниша. Правильно сделал, что лайфпанч нажал, но далековато было. Такое случается. Так, наравне. Одинаковое здоровье, и там 2 метра. Куинтеру стоит в дэше Jumping Heavy Punch использовать. Прям прекрасная кнопка и для джампинов, и для кроссапов. Урона много наносит. Что угодно можно делать с этой кнопкой. Валентайн, на какой персонаж? Интересно, можно было там что-то от Валентайна сделать, чтобы перебить? Может быть, супер дать? Не знаю. Валентайн, ты знаешь, у него очень много атак, так называемых мультихитов, где несколько атак одна за одной идут. И такие атаки, они, скажем так, быстро уменьшают возможный урон. То есть, чем больше ударов в комбо, тем меньше каждый индивидуальный удар наносит. И за Валентайн нужно уметь начинать комбо вот с таких единичных ударов, которые наносят больше всего урона, а потом уже продолжать комбо с вот этих самых мультихитов. Это, наверное, может быть казаться сложным для новичков, но есть отличное видео от Лиама, который сейчас один из разработчиков и мобайл версии, и Second and Core, где он показывает разницу как раз там на Валентайн. 3 удара и там 15 ударов. И 3 удара наносят больше урона, чем 15 ударов. Опять дисконнект. Не знаю, в чем дело. Не совсем понятно.
Я думал, стабильное соединение, но на самом деле что-то, что-то здесь не так. У кого-то где-то что-то хромает. Ну вот я вижу, у CoinEther скачет джиттер. Джиттер — это разница между самым большим, большой задержкой и самой маленькой, насколько я помню, за определенный промежуток времени. Там как-то пинг — это текущая задержка, а джиттер — это то, насколько задержки между собой меняются за определенное количество времени. Странно. Это, конечно, очень фигово, что вот такое происходит. Я думаю, что скорее всего, седьмой раунд еще будет. Там уже как челлендж решить. По идее, должен быть. Если получится. Мы же вроде всех остальных посмотрели, правильно, на стриме? Джекетол был, Судна был. Вроде бы всех смотрели, правильно? В следующем раунде тоже посмотрим CoinEther. Опять же, если не будет у него бая. Сейчас я, кстати... Да, кстати, велика вероятность, что бай пропишут. Бай — это победа бесплатная из-за нечетного количества человек. Посмотрим. Так, какой там счет? 2-1. Сырно выиграл. Ну что, молимся, чтоб коннект работал. Чё, Скелетон, ты выбил уже себя в мобайле? Мари. Ну, вроде все нормально. Шоу-тайм, давай, 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 пожалуйста, ну. Да, какая-то ерунда с коннектом. Да ладно. А ты вообще в мобайл играешь, нет? Тианит не копил заранее. У меня 5000 накоплено, но меня жаба душит пока покупать. Да, это проблемы с соединением. Я не знаю, с чьей стороны, потому что оба игрока на проводе играют. А, 5-6 левел, понятно. Ну, надо гринданить тебе тогда. Гача-гача. Или это не та гача, в которую хотелось бы играть? Занатить наверняка можно. Сколько там надо, чтобы тебе гарантированно Мария попала? То... О, левел 3. Ну, это текущий раунд завершить, конечно, но еще целую шкалу здоровья надо будет снять. Только, да, пожалуйста, не дисконнектнись. Эх. Интересно, какой контент по мобайлу стримят? Если вообще стримят. И хотели ли бы стримить. Блин, у меня опять какие-то эти мысли. А, то постримить, это сделать, там, замутить. А в итоге... А воз и не там, у разбитого корыта и т.д. и т.п. Но интересно, что мобайлеры любят, так сказать. Что они смотрят. Да, CoinEther и Funk отыграли. Непонятно, что у них с соединением. Стрима по мобайлу плохая идея, крутки. У меня, я это, коплю тианит специально для стрима по мобайлу. Не тианит, точнее, а крутка. У меня 300 реликов. Какой-то там, короче... Один, который это было 10 плюс 1 на каждого персонажа. И, короче, остальных у меня тоже там дофига. Сейчас скажу точно, сколько.
Запускаю мобайл. Да, судя по всему, это у CoinEther'а какие-то проблемы с сырьями. 359 реликов. Ну, это там, наверное, минус 2 бесплатных. Какие-то там из них это релики этих, как они называются, приемов и этих рифтов, но остальное... А, ну вот еще ретейк релик, Gold Move 13, ну и все остальное, да, это... Надо будет как-нибудь стрим провести их. Бывает такое, конечно, что проблемы с интернетом и вот так вот матчи дропаются. Но такое действительно случается чаще, чем вы думаете. Так, CoinEther'у, да, ему все-таки дали бай, то есть не посмотрим. Жаль. Эх. Так, кого бы нам тогда посмотреть? Либо лосолку с мятным, либо стрейтобота с Арсением. Будем надеяться, что у стрейтобота и Арсения будет нормальный коннект. Кого бы вы хотели посмотреть? Чат, есть пожелания? Лосолка и мятный, либо стрейтобот и Арсений Фамильяров. Если пожеланий нет, то, наверное, стрейтобота и Арсения. Так, мы шлосолку и мятного смотрели, правильно? По-моему, да. Ладно. Приглашаю тогда следующих. Все на месте, все на месте. Ну, надеюсь, тут Wi-Fi не подведет. Так, я пока бесплатный дейлик заберу в мобайле. Сто 50 монет стоит. Давайте прямо сейчас откроем. Крутка не на стриме. Я вам просто результат скажу. Интересный раунд-старт, конечно, от стрейтобота. Могло бы быть очень больно. Ну, двойной шанс, смотри. Это скрипли. Ну ладно. То бронзовое. Ну и фиг с ним. 150 монет за спиглю бронзовую. Блин, опять стрейтобот лагает. Ну, выглядит очень болезненно. Ай-яй-яй. Shadow Government, давай, давай. Да, это прям ужасно. Что это бот знает, что он делает, но, блин, с таким соединением, наверное, сложновато что-то конкретное сделать. Выкинул стул. Не знаю, хорошая ли идея. Ладно, посечку. Он заблокировал. Хорошо. Перекат, перекат. Давай, давай, клинч. В угол, давай, давай, давай. Сейчас какой-нибудь. Стул решает забрать. Нет? Нет. Биг Бен. Хорош панч. Ой, молодец, молодец. Ой, сейчас кому-то будет больно. А, можно было больнее сделать. Ладно.
О, кулаками обмениваются. Нет! Ой, какой-то потный нейтрал. Что-то непонятное происходит. О, давай-давай, там хэви-кик дальше можно вставить. О, пум-пум-пум, метр, пум-пум-пум, ага. Бедный Беовульф остался один. Не очень понятно. Супер сосистом. Я не знаю, специально было сделано или нет. Такое не каждый делает. Ну, другой раунд старта с этим бота. Уже хорошо. Пошло комбо, а дроп. Бывает, бывает. Ну, наказал, наказал ассист, это правильно. Ассисты надо наказывать. Комитер, спасибо за фоллоу. С той стороны. Найс, найс. И еще полная колба. Хорошо воспользоваться каунтером. О-о-о, будет больно. Надо же, по-моему, панчиться. Двоих, двоих. Так, так, так. А-а-а. Было рискованно, конечно. О, захват, взрыв. Зачипает? Не, не зачипало. У! Хорош, хорош, хорош. Давай. О, твои. Если потом там в левел 3 или в SSG, это было бы минус далее, мне кажется. Хорош, хорош. Давай еще пару ударов. Ой, на каунтер пытается. Ой, пытается на каунтер, смотрите. Ох, получил, получил по лицу. И еще раз по лицу. Вот так ее. Ну, это было прям супер рискованно. Минус 3 метра. Я понимаю, что хочется, чтобы там было это, 300 IQ мувы, но, наверное, все-таки лучше парирование. Господи, это мертвый Биг Бенд. Хорн краш, да. Давай, Беовульф, ты можешь. У него метра нету. Хоть тебя хочет убить, сможет, но... вот так, давай, давай, давай. О-оу. У Беовульфа есть отличный супер, который ему позволяет выбраться из многих ситуаций. Вниз-назад плюс два кика. Просто воздух взмывает, и... ну, надо знать, как его панишить. Иногда его просто нельзя запанишить. Беовульф просто подпрыгивает высоко-высоко и улетает на другой конец экрана. Два-ноль. Ну что? Опять этот раунд старт. Ну зачем? Зачем? Может, еще очень больно получить по лицу.
было. Давай еще раз. Еще раз. О, вовремя. Биг Бенд геймплей. Сейчас бы еще получил бы по лицу. И сейчас бы получил по лицу, если бы да, поближе был бы Биг Бен. Мне нравится. Педалю. Давай, давай, еще, еще. Офигеть, просто каждый кулак почти. Вот так, вот так. Вот он гейминг. Биг Бен гейминг. Так. Где лед? Лед не поможет. О, еще разочек, еще разочек. Еще разочек, давай, 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 давай. Доигрался straight up bot. Оу, щит, оу, щит, начинается, начинается. О, нет, не-не-не, мне надо менять тактику, мне кажется. Можно и так. Надо много урона, значит. Так. Паниш, 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 давай. О, молодцом. Ой, ой, шикарно, ой, шикарно. Все, все. Да, и потибегать, и потибегать. Так, держать. Старт. Окей. Поможет ли это та же тактика? Я не знаю, не знаю. Посмотрим. О, после этого можно комбить в углу. Так. Так. Новый настоящий Беовульф. Хэви панч. Выброс стула. Найс. И прям в стул. Ой, молодцом, ой, молодцом. Shadow Government сразу видно, растет. Будущий SG Player, будущий BioBand. Просто, просто молодцом. Крэки, принимай к себе эту команду. Миксмастер пойдет, однозначно. Хорош. А нет, слишком медленно, наверное, для паниша. На это урон особо не нанесет. Ну ладно. Биобенд Ризотто. Ай-яй-яй. Рестлинг еще попробуем организовать следующего месяца. О, господи. О, господи. Оу, оу, оу. Оу. Что дальше, что дальше, что дальше? Паниш, 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 паниш. О, повезло, 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 повезло. Пиво, пиво, давай, 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 давай. Shadow Garment. Покажи, кто тут настоящий, Биобенд. Давай, 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 давай. Подсечка его, подсечка. Ай. О, блин. Yes! Yes! 2-2. Правильно же, 2-2? Или нет, уже 3-2? Что-то я не понял. Нет, 2-2. 2-2 счет. Решающий, решающий.
When the word of love falls, pick it up and hold it higher. This battle is all in the mind. Ну, стоит бот решил зонить, понятно. Ну, посмотрим. Против лома нет приема или будет прием? А, можно было запанишь, все это панишься. Да. Давай. Он же не исполнен здоровья. Главное назад не отходить. Прыгай вода вот с этой кнопкой. Назад только не отходи. Зонеры, не надо же. Блин, кто отходит назад от зонеров? Вперед. От зонеров надо супер джамп делать. И вообще не выпускать их. Вот так, стулом по голове. Вот. Правильно, выбрасывай стул. А? Давай. Ну что, где твой зонер? Стул забрал? Ай-яй-яй, по голове получил. Этим гранатометом. Паниш. Ну, хотя бы так. Ну, далее не достанет все равно. Так, уже в углу. Ага. Нам оверхед, да, это надо привыкать. Оверхед опять, надо привыкать. Блокировать стоя. О, нет, пигбэнд! Че происходит? О, нет, все. Ух, ой, красавец ты этот бот. Включил стайлиш мод. Все. Трипл С ранг. Эх. Хорошо отыграли. Сейчас я поставлю результат. Арсений Фамильяров прям боролся. Показал настоящий СГ гейминг. Ну что, турнир мы заканчиваем. И финальные результаты. На последнем месте, на 11-м, Yellow Core. К сожалению, ни разу не выиграл. Или выиграл, я не помню, честно. Девушка, парень. Ну, ничего страшного, все с чего-то начинали. Это не проблема. Ну, у всех так было, поверьте. Это нормально. Даже если ни разу не победили, это все равно опыт. Откуда еще получать навыки, знания, вот, кроме как не с таких вот турниров, боев против разных игроков. Всему свое время. Вот, а чтобы помочь этому, будем организовывать гитгуды. Можем ответить и в Дискорде просто на вопросы, но постараемся организовать стрим, где сможем разобрать так, те или иные вещи, которые интересны новичкам. Так, на 10-м месте Мятный. Это вот в принципе делят 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 10-е место. Вот между собой Коинитер, Антисений Фамильяров, Цернофан, Дангаши и Мятный. У них у всех 2 победы и 4 положения. Круто. 4-е и 5-е место делят Стрейтабот и Лосолка. 4 победы. А нет, вру. На 5-м Лосолка, на 4-м Стрейтабот. У Лосолка 4 победы, 3 поражения. У Стрейтабота 4 победы и 2 поражения. На 3-м месте Джекед Олд. 5 побед, 2 поражения. На 2-м месте Дизолятор. 5 побед, 2 поражения. И на 1-м месте Райндер. 7 побед, ни разу не проиграл. Ничего себе. Круто. Поздравляю. Райндер на 1-м месте. Ну что, заканчиваем на этом стрим. Всем спасибо, кто участвовал в турнире. Всем спасибо, кто был с нами на стриме. Кто чатился, не чатился, может кто-то просто смотрел. Все равно всем большое спасибо. Следите за новостями.
посмотрим, что можно будет организовать еще до конца этой недели, что можно сделать на следующий. Готовьтесь к следующему. Что это у нас? Суббота или воскресенье? 8 число. Воскресенье. Будет большой турнир. Будем биться за денежки. Самые лучшие из лучших с нашего сервера. Да и вообще, наверное, в РФ. Всем спасибо. Да, все молодцы. До следующего раза. Все, всем отдыхать. Пятница, развратница. Так что давайте всем добро заниматься развратом. Все, всем пока.